Перед началом отопительного сезона проверяют систему отопления каждого дома. Готовиться к холодам традиционно начинают заранее. Мы начали с 20 мая. На сегодняшнее число где-то уже 25% жилого фонда района сделано. Я думаю, здесь сейчас месяц с небольшим, мы это все догоним. И уже пойдет основная работа, это подготовка паспортов готовности дома. Это основной документ, как паспорт для гражданина России, также вот паспорт на дом именно. Вот включил ее в работу. Идет повышенное давление в дом. Тем самым барботаж создается. И так называемая гидропневмопромывка. Вода с воздухом отшибает всю накипевшуюся грязь, ржавчину, которая за год собралась в системе. Систему центрального отопления в доме сначала промывают, а потом подают туда воздушно-водяную смесь под большим давлением. При подготовке дома мы можем выявить все слабые места, которые есть на системе центрального отопления. То есть это могут появиться какие-то утечки, какие-то неплотности в соединениях. То есть это, естественно, сразу же ремонтируется в процессе работы. Все работы контролируют представители теплоэнерго и госжилинспекции. Завершить подготовку жилого фонда к зиме должны в сентябре. Артем Логинов, Время новостей.